Тема цифровизации вызывает большой интерес журналистов и блогеров, пишущих и рассказывающих о современных тенденциях IT-отрасли, наградили в чувашском филиале Ростелекома. Всего на конкурс «Вместе в цифровое будущее» было прислано более 50 работ от блогеров, журналистов, телеканалов, радиостанций и газет. Среди ключевых тем материалов – устранение цифрового неравенства, развитие телекоммуникационных технологий и безопасность в IT-отрасли. Лучших представителей средств массовой информации в Ростелекоме выбирают в 12-й раз. В компании отмечают, что благодаря журналистам удается расширить знания о цифре. Мои коллеги также в числе призеров. Так, благодарностей были удостоены сотрудники национальной телерадиокомпании «Чуваши» Инесса Потапова, Дмитрий Ковалев, Екатерина Ракчеева, Надежда Андреева. Юлия Важенина завоевала специальный приз за освещение темы цифровизации на телевидении. Победу мне принесла серия программ «Цифровой код». Все они посвящены проблемам цифровизации, IT-обучению, диджитал-арту и направлению вообще устранения цифрового неравенства. Это программа федеральная, которая у нас реализуется в нашей республике. Вообще, благодаря УЦН 2.0 в республике становятся доступными такие услуги, как телемедицина, как онлайн-образование, как электронные госуслуги. Поэтому, мне кажется, очень важно и нужно больше рассказывать людям о этом направлении, как это работает и что делать, как себя вести и как внедрять это в нашу жизнь.